Ему одному колба нужна. Кому-то еще нужна? Полидринку нужна. На оп? На мейн. У него рейд. Не-не-не, я думал, у полидринка есть, все, забей. Необычное. Тебе, окей, блядь... Я почему-то думал, что у тебя сгер. Тебе посильнее дамажить надо начать для начала, чтобы сюда попадать, блядь. Ты сюда так попадаешь... Колба и нужна. Ну, блядь... Ну, вообще не вменяемый, что ли? Я объясняю, блядь. Тебе сюда попадать только с нормальным ДПСом надо. Сейчас ты попадаешь сюда только по остаточному принципу. Если нету холидринков, рарников, блядь, тех, кто дохуя дает. У тебя палс только не дает. Ему надо с обычки колбу выбить. Не, начала. я не против колбы, блядь. Да, для начала с обычки, блядь. Но ДПС нужен какой-то, блядь. Нужно тут... То, что он играть сыграет, это понятно, но... Да и по приору надо смотреть тоже. Шектор, ты там заходишь? Логаешься или чё? Шектор, прием. А теперь могу на шипы зайти. С единороги. Да заходи. Везём мой знак. С единороги. Лучше 16. Будет. 16к ты, блядь, максимум. Сарафанга дашь. Заходи, РДДшник тут лучше будет. Чё, в этого, в тухлого он еще даст нормально. А, ну да, там же стоит. Мишеня, только бей, никуда не ходи. Шектор, ты где, блядь? Прием. Ты в Дисе там, нет? Алло. Наличие на ДПС можно покрутить. Он же сказал, что чуть перезагрузить. А. Одна минутка есть, Войт? Да, вот иду поссать. А чё, по какой страте убивали в прошлый раз? Блять, я не помню. По-моему, в углу тут стояли. Зеленый угол. По тупой. Ага, понял. По тупой страте. По самой общей. По боссовой просто. Лучше. Это так бичи только бьют, у которых мозгов нет нихуя. А вообще что? Да. Весь сервер получается. Ну да. Да кахули там IQ-то нахуй вообще пиздец. Нормальные челики, они понимают нахуй, что вот вокруг зеленого стезня не надо хороводом вставать, потому что разлетишься в разные стороны, он выберет того, кто отлетел, он к входу нахуй, подбежит к нему и убьет, блять. А все остальные будут бежать, типа, а бить не будут, потому да. Что бегут. Будет вайп, блядь. Так, я там расценочки немножко поменял. Ну шо? Типа за Геро. Шектор зашел. Ты поменял чисто на квартальных? А, я тут. Да, вроде. Да, там залеча, там побольше немножко. Так, Шалфира субоним. Ну, Глаша, ты водишь, короче, смотрите. Это. На переход. Усинки, да? На переходке. Две переходки, когда два слизня одновременно. Значит, с красным дебафом в крестике стоите, начинаете бить красного. С зеленым дебафом. Не проебланьте нахуй. Надо пробежать вот сюда и встать спиной сюда, нахуй. А еще выбрать слизня надо, блять, который вот тут вот вылезет, нахуй. И его бить еще начать надо. РДД касается. Мильки туда встать спиной, ждать, пока он до вас дойдет. Замедление идет по красному два раза, если не успеваете. Вот так в идеале, чтобы за один этот плевок успевали убить. Ну и это, соответственно, что? Моменты самые хуёвые, смотри. Я вот тут думал, блядь, как же этого избежать. Вот, допустим, смотрите, вот вы стоите такие РДДшники, бьете отсюда, да, этого профа. Ну и, короче, появляется зеленый, да, вот он только выливается, видите, труба льется. И на профе пельмени, ну, таймер пельменей.
типа заранее не знаю, сложно это будет вам говорить. Вы имейте в виду, что если вдруг вы не отбежали, вот тут продолжили стоять бить, и вас выбрал слизень, и полетели пельмени в вас, вы продайте этого челика. Либо, ну, если не получается как-то продать, то давайте масс-сейв, масс-сокру и, ну, захиливайте это. Ну, чтоб прилетел пельмень. Ну, если три пельмени прилетит, вас, в принципе, шотнет. Плюс, если еще лужи. Чтобы это избежать, единственный вариант — это рассредоточиться. А рассредоточиться как? Не вперед сюда, а вот сюда, вправо-влево. Вот, чтобы эти пельмени, ну, и лужи, если полетят, вот сюда полетели, вот, вот так вот в рядок, вот здесь вот. И только как он выберет цель, уже тогда к черепку сбегаетесь. То есть, в чем смысл? Когда зеленый выливается, вы разбегаетесь из кучки. А так, ну, кто вас будет водить? Давай, Шалфир. Или кто с РДДшников вообще прям не лагает, ничего, блядь, кто прям скиллованный? Шалфир, да я пельмени ловил в прошлый раз. Шалфир лагает. Я пока не лагаю. Бестселлер, ты можешь поводить людей от пельменей? А, и... могу, типа, у меня, правда, 10 FPS, но могу. Да че он там может? Не, ну давай Хрюк поводит, че? РДДшник. Хрюк, Хрюк. Хрюкать, хватит, это самое. Ну, Хрюк, ты тогда Милика вводи. Ко мне поводить? Да, это самое, вот, звезда. Ассист есть, еще обновишь. Okay. Смотрите, ну как делаете? Вот это. Вот вы бьете, да, с пула профа здесь. Вот такие стоите. Хуяк этот объявляет ДБМ, женский голос там. Хуяк лужи. Хуяк сюда в сторону отбежали. Все, бьете дальше. Ну, этот вызывается слизень, допустим. Хуяк, ну, на второй фазе. Хуяк пельмени полетели. Отбежали влево. Если слева лужа, то отбегаете вправо. Если справа лужа, то влево. Если красный слизень, то ближе к красному отбегаете, а не от красного. То есть сюда, назад, либо сюда, чтобы его уже начать бить. То есть, ну, делайте рационально, нахуй. Не так, что, блядь, весь ДПС в очко. Ну и на последней фазе таунтить, кто будет, значит, Хрюк у нас умеет. И кто еще? Вадикон, да? Вадикон, ты таунтил? Да, да. Давай, значит, ты первый начнешь, так как ты РДДшник. Ему, чтобы там побить какое-то время. А потом уже будешь добивать в конце. Сколько сразу начинать стаки воровать? Смотрите, какая особенность. Один дай стак, и вот уже, ну, чтобы второй не вешался, забирай 3 стака. Ну, если проебешься, там это сам. И смотрите, особенность в чем? У танков КД 8 секунд таунта. Имейте в виду, вот если этот... Короче, я вот забрал, да? То следующий не забирайте. Вот, допустим, Вадикон 3 стака наберет. Хрюк, это для тебя. Вадикон 3 стака заберет. Я, допустим, забираю на него. На меня вешается второй. Ты дай этот второй, чтобы повешался. Сразу не забирай, потому что можешь попасть в этот, в КД моего таунта. И он пойдет до тебя. То есть он, ну, убьет тебя. То есть одну пропускай. Когда меняетесь, вот на Вадиконе 3, одну пропустишь на танка и потом 3 заберешь. Потом следующий. Кто у нас еще умеет? Кулидрин, Крарник, кто-то с вас умеет? Лировист? Ну, в принципе, понял, попробовать. Там нужно, чтобы... Ну, пока вот эти два человека, а там дальше посмотрим. Главное, чтобы это... Чтобы вы не сдохли, те люди, которые со стаками, если не сдыхают, профзахиливаются на пару лямов. А первый вообще... ты, да, танчить будешь? Я буду в кугле. Вилаша танчит. Первый Вадикон в стаке ворует, второй кто? Хрюк. Хрюк. Да, и Вилаша, короче. Да, первый Вадикон, второй Хрюк, а потом посмотрим. Жрите рыбу. В принципе, там Шектору вообще удобно бы. И, ну, я не знаю, это опасно вообще. Ну, ему хилить надо, а не этой хуйней заниматься. Так, проверка. Просто, ну, не делайте хуйню. Не ловите пельмени и колбы, и все сразу убивается с первого трая. Кукле в начале ярости даете? Я не помню, давали мы, нет. Слышишь такой вопрос. На перифазе ты в зеленого плюешь или нет? Нет. Ну, правильно. Это ты Вилаша тут, нет? Да, наверное, кукле сейчас поднакопим, хотя бы 16. Вилаша тут? Чё он там? Пиздец, ребята, блин. Хоть говорите что-то. Нихуя, вот все готовы. Ёбаный покос. Это не бьем сейчас босса. Сейчас 16 раги накопит мне синтек хотя бы.
Кушайте хавку какую-нибудь. Ешьте вон рыбу. Так, синтек походы. Это. Все, давайте, значит, приготовились. На счет три будем пулять. Раз, два, три. Поехали. Лужа, выходим. Две в мили. Первый зеленый. Готовимся. По боссу больше. После зеленого надо будет переводить. Побольше по боссу. Ярим. Так, зеленого бьем. Череп. И по профу сильнее, прям профа ближе к столу, ага, под воде. Лужа выходим. И по профу хуярим на все бабки. 3%. Хуярим за всех сил. И готовимся. Ближе вот между крестиком и треугольником профа ставь, чтобы люди до треугольника успели добежать. 4 секунды, 1%. Хуярим сильнее. Все, в треугольник. Зеленый в треугольник. Быстрее успеете добежать? Быстрее. Красного плюнул. Давайте бурсты отдаем. Опасно было. Красного бьем. Добивайте, пока он это. Пока он вала и бьет. Все, смотрите, пельмени на вас прям летят. Пельмени. Уходите. Блять, а кто с меня метку снял? Да похуй, ну. Поставь, если получится. А, что тут там такое? Ярим, смотрите, колбу там скоро. Не словите эту хуйню, все. Лужа, выходим. Колба там же. Так, зеленый должен быть, да, вроде как? Готовимся. Красный. Готовимся. А, может и красный, да. А, наверное, да. Пельмени. Пельмени летят. Дамажим пул по красному. Лужи выходим. Пол. Колба, отведи. Пельмени. Вы сами, главное, выйдите. Он отведет. Стобить не может. Так, зеленые готовимся. По мане там смотрите, делайте что-то. Я сейчас, ну, не в состоянии смотреть. Там раскидайте и нора, блядь, самостоятельно. Вроде не глупые. Уже отбегаем. Захиливаемся. Пельмени летят. Пельмени. Следующий красный будет. Красный выливается. Красного бьем. Пельмени летят. Так, слушай, уходим. Ты ебаная, сука. Тварь ебаная. Пельмени. Зеленый сейчас будет, готовимся. Лужа, смотрите, выйдите с нее. Ну, блять, из лужи в лужу. Захиливаем. Значит, топу резни травист после слизня. Травист, слизня убили, топу резни. Пельмени летят. Топу резни. Значит, будем стопать, подбивать до 37. Захил топу фулбаф.
каску лапы пристабав. Красного бьем и переводим. 38. Внимательно на проценты смотрим. 38-37. Подбивают только скиллованные игроки. Все, кто попало, не бьем. 36,5%. Вот. Фулл ДПС. Я лагаю, сука. Разлагивайтесь. Пошли пельмени. По профу больше начинайте, 1% быстрее переводить. Слизень через 10 секунд вылится. И готовьтесь в треугольник встать. Быстрее-быстрее переводим. Все нормально, успели. Треугольник, зеленый дебаф, здесь треугольник, зеленый дебаф. Так, дал плевок. Будет еще второй. Че у нас, сука? А, она не допивается, тварь ебаная. Красного больше. Она второй плевок дал. Сука. Лужа не допилась. Давай, Вилаша, готовься, этот самый. Один стак на нем есть, готовься, следующий, кто там? Вадикон. Готовимся. Лужа, вышли. Пельмени лезят. Так, Вадикон забрал, отлично. Главное, чтобы Дивинишинг Таунта не попасть. А Геру не дали? Давайте Геру, ну. В лужах главное не проебитесь. Второй забрал, отлично. Люк следующий, готовься. Сейчас пока дамаж. Колбы отходим. Так, забрал. Третий не забрал. Не забрал, еще следующий раз попробуешь. Я повис. Хорошо, развисай пока. Курюк, сейчас следующий, готовься. Колбы. Ой, пельмени. Все, следующий возьму. Так, один возьми. Вернулись. Выходим с лужи. Следующий Вадикон возьми, только подальше отойди. Захиливаем на фул всех. Так. Быстро срывает. Ты быстро забираешь. Дай ему время. Насколько на тебе? Я забрал уже. Все, сейчас я буду. Все, на мне 3. Забрал мы с таунтом. Да сука. Таунт КД. Сейчас не таунтите. Дайте один повешать еще на меня. У меня таунт КД. Вот после этого. Вот на следующий готовься. Все, стоим нормально все. Лужа, выходим. Боже. Кто там? Парник умер. Да лаги у меня. Давайте, бьем. Сколько? На мне один стак. Все, добиваем так. Это, добиваем так. Не таунтите больше. 4 ляма добьем. Уярим просто на все бабки и все. Пельмени выйдите. Гимны на хп, массейвы все отдавайте. Всю хуйню прям. 2 ляма дохуяриваем. Колбы отходим. И лям добиваем. Упрожимы даем. Все нормально. Бля, с первого трая, да? С первого нахуй. Лучшая, бля. Лучшая нахуй. Ебать вы с тобой, пиздаты. Ну, вообще неинтересно, сука. Фу, надо было вайпнуться пару раз, да? Все, расходимся. Тихо. Сосредоточьтесь, сейчас на лече нахуй. Надо сыграть нормально. Бать, Артём, мы с тобой пиздаты. Так, защита. Ты так говно еще колбу не дала. Да, он нихуя даст колбу. Он это трупное коченение нахуй второй КД подряд выкидывает. Ну, оружка неплохая, да, кастера. Только нахуй никому не нужна, никто не берет ее, блядь. Об инстиллер. Ну, арканы, наверное. Если бы, блядь, носил бы мечи, я бы шаману забрал. Валика, не сагрите. Сука, я походу сагрил. Блять! Ой, блядь, ты душу нахуй собрал? Сейчас. Не, не сагрил, нахуй. Сейчас соберу. Призон ГЦ. Че, ёбнемах? Да похуй. Хуярьте, Валик, сколько вас там человек, нахуй? Сейчас я все. Так значит, хуярьте. Да, вечера, пожалуйста. Хуярьте их. Вот трахать, трахать. Мне похуй, где так, вы стоите. Бьём. Бьём Валик, нахуй. Цепляйте, бьём их. Трахать. Блять, хватит там флудить, вы что, ебанулись? Кто вот это слово говорит? Трахать. Ой, кто как хочет. Да-да, вот это. Здравствуйте. Сейчас, сколько уёбка? Спасибо, раз, два, три, четыре, нахуй. Один шалфир только тэпнулся и тыкнуть решил, блядь. Сука, уёбки ебаная, нахуй. Блядь, некромантика. Мы бьём. Сука, реально, вы бесите эту хуйню. Некромантика, да? Давайте еще леча с первого трая ёбнем. Не ругай людей, что ты их ругаешь. Вон они романтика, за чей маленький, что ты? Тихо. У нас тут охота идет. Пошли, тут тоже хуярим.
Давай убьем, чтобы бегать нормально, если вайб будет. Да, но уходят. Уже всем потопешились, блин. Меня это не интересует. Бьем Вальку. Сбегайте сюда, вот она. Сейчас стан, готовьтесь съесть, да? Все, дал стан. Потому что потом какой-нибудь вайп, и так настроение хуевое будет, и какой-то даун еще будет бой вешать на полчаса нахуй, на инс нахуй, это вообще нахуй не надо. Ну, по факту. Готовьтесь еще стоп от... О, красава. И еще можно... А вот если мы сейчас убиваем лича, что делаем? Дрочим. Открываем шапан. Идем бить фиолетовое говно. Фиолетовое говно пойдем бить. Ну, у нас сегодня понедельник, у нас еще вторник, среда, дохуя можно сделать. Вай, пацаны, метеория. Ну, на Джайну заглянем разок, ну, можно. Если лича убьем. Значит, если убьем, нахуй. Ну, бля, варианты есть убить, да, не спорю. Но там слово «если». Мешается. А это все потому, что я в туалет сходил. Вот мы с первого да? края убили. Ну отлично, тогда я пойду тоже схожу. Запор, блядь, синтек прочистил, блядь. Бай, в натуре. Так. Он всех тогда курну. Так, тут надо нам, блядь, как-то подумать, нахуй. Давайте тогда уже минутки три перекур, если все. Да, поняли. да, курите, блядь. А мы тут любим, да, вот да, мы и дуем. Так, мы, по-моему, в 6, да, били хилов эту хуйню. Но у меня еще это час-два будут проблемы с интернетом. Сказали мне, что у них там технические работы, блядь, хуйня какая-то, короче, пиздец. Так, надо, чтобы рарник танчил, наверное. Ага, с лагами. Сейчас да, все зайти да? Надо. Семен, ты же в ГИСе? Да. Тебе передают, что ты бессовестный. Кто передает мне? Дай-ка догадаюсь, не люблю щиты, да? Сколько попыток там? 40 с лишним точно есть, да? Ну, 40 точно есть. 40, нахуй, наверное. Попытки, блядь. Да нам парочку хватит. Сразу нахуй. Раздуплились, убили и все, блядь. Первый. Пацаны, надеюсь, все знают, что делать. Не, да? Ну как, первую в комнате мы отстанем, кто-то отстанет, мы вайпнемся, а со второй убьем, вот так. Ну, блядь, зависит, будет ли лагать или нет. Тут как бы тоже поправка на ветер лагать должна быть. Лагов. Ну да. Лагать будет, пацаны, не переживайте. А, ну все, тогда. Гарантирую. Раз ты так сказал, фрик ебаный. Тогда ладно. Да, блядь, тихо. Че вы и там? Че сразу фрик, блядь? Вон у Войда лагает, у меня лагает. Так. У Бенстина 10 FPS, блядь, тоже считаю. Не, ну у меня-то другой, у меня компухтер, у меня пинг да, нормальный. Да все с лагами убивают. Короче, этот самый, все с лагами весь сервер играет, этот самый, блядь. Короче, Вилаша, наверное, ширкарей поводишь. А я косячу и без лагов. Че вы там сдыхаете, че вы делаете? Синтек, извини. Этот, и Вилаша, значит, ширкарей поводишь. По краю водишь, ну, знаешь, да, как я лича потанчу. Так, там смотри, ладно. Давайте, это, шалфиры резайте. Ставлю рыбу. Блядь, вагон. Так, спекать шестого нам или без шестого попробовать сначала? Думаю, спекать. Надо на 100%. Да, потому что два хила схватит, нахуй, и хуй захилит они, нахуй. Пока это вот практика именно, на блядь. Второй фазе, там, блядь, что-то вообще не дохил жесткий. Давай, блядь, хила. Кого выкинуть с пятой бати, чтобы три шамана там были? Да, блядь, шамана какого-нибудь. Ну, зачем нам три шамана? Да, синтеку мана не нужна, стопудово. Синтека выкинуть. Мне не нужна.
Ты ну, это, там, смотри, вот ты себе инер закидываешь, потом что, три гимна у нас есть. Смотрите, я вам заранее скажу, я эту залупу вам в бою не буду говорить. Шаманы, значит, у каждой себе по присту выберите. Значит, призан одновременно с пэса даешь. Пишите там как-то это, чтобы вы это одновременно ставили, тотем плюс гимн. Это на переходке, значит. И вообще, давай сейчас по переходкам распределим. Бидон, ты будешь одновременно с Шалфиром, а Хэлла ты одновременно с не люблю. Хэлла ты голосом скажешь. Mm-hmm. Хэлла да. Ты вообще подстраховочный с не люблю. Значит, Призен и кто я говорил? Песа, да? Первая переходка. То есть, первая переходка мы зашли, Лича перевели, это ваша. Гимн, мана. Значит, Бидон, твоя с Шалфиром, вторая переходка. А Хэлла это чисто подстраховочно. Если вдруг что-то не хватает, вы даете. И смотри, значит, Синтек. Ну, Иннер сам себе. Значит, Иннер, блядь, не знаю. Как у тебя там по мане будет, я вообще хуй знает. Короче, если будет хуёво, проси, короче, блядь, меня. Нет. Проси меня, короче. Вот. А Равист, короче, кидаешь по КД. Блядь, на кого с них-то кидать, блядь? Короче, на не люблю кидаешь, а Вадикон кидать будешь на этого, на Шектора. Ну, а шаманы там, смотрите, уже по своей общей мане, там, то есть вот с этими гимнами, то есть. Вот я подстраховочный. Если что, Синтек, меня просишь. Если у кого-то вообще хуёво с маной будет, то я дам уже на переходках где-то между духами. А, и еще чего? Шкаф дать. Шкаф дать, суманём. Сейчас немножко тренировочку проведем с вами. Блять, у меня и так 13 осколков. А как тотем? А, тотем прилива маны? Тыкать. Блять, там... Он этот работает тотем... на рейд, не переживай. На пати он работает. На пати работает. Так прикол, вот открой, у меня типа травма дала больше, чем тотем прилива маны. Так тотем прилива маны ману регенит. Ладно, так кого мне выкинуть тогда? Хэпала или кого? Никого не выкидывать, я просто говорю, что... Тогда тебе надо в пати к магам, да? Или как? Ну, вообще, типа, в теории, да, типа, пал же будет стоять в мелизоне. Ну, мы все же будем в мелизоне бегать. И он может просто бить, нет? Я не знаю, не засоряйте голову, блядь. Это самое, чек на АФК. Давайте, подбегайте к медведю, звезду. Сейчас мы тренируемся в комнате бегать. Холидринг тут, нет? Ладно, Холидринг, похуй. Значит, смотрите, задача очень простая. Бежать надо в звезде. Не за звездой 15 метров сзади, не перед звездой 15 метров. Максимум, что вы можете, это вот 5 метров вперед бежать звезды. Вот. На счет 3 будем бежать. И смотрите внимательно за звездой. Раз, два, три. Бежали. Что за совы на вакунах? Имейте в виду, остановиться нужно и это... Либо иногда бывает далеко пробегать. Что за хуйня происходит? Бегаем. Тренируемся. Опа-опа, аккуратненько. Я, кстати, нормально. Те, кто сзади бегут, уже умер. Синтек, блин, уже умер. Синтек, похуй. Это что за хоровод из бомжей? Все, чек на пол, пошли. Рыбу. Имейте в виду, да, вы заебали, я сколько рыб уже поставил. Ну, еще две нужно. Вон она стоит. Спасибо. Так, на пул один, только топа по войду хуяришь. Ни на кого там не пулишь. Это я запускаю, короче, этого пидора, давайте. А тут и некого и пулить. Припот и пейте. А, блядь, забыл купить. Могу тебе дать немножко. Да там сильно-то от меня толку сейчас будет. Возвращается у нас кто, значит? Рарник? Кто там? Маги, да? Я потом верну. Будете возвращаться с Валик. Маги, сразу вам скажу. На краю стоим, в центр не сбегаемся. Стоим на краю, и Локи тоже. Чтобы вас схватило и несло меньше времени, и вы больше в ДПС дали, когда вернулись с Валик. Ваших Валик мы не Хорошо. Бьем. Если вдруг будете недоблинкиваться, пойдете блинк делать плюс 5 метров символ нахуй ставить. Потом кто еще? Ну и Ридара какого-то еще, если Ридар есть. Ну там дальше посмотрим. Нам надо, блять, в Лича выиграть больше дамага. Ну я попробую, я Эридар. Главное, заражение за хильте. Попробуй. Можешь отдать, будем стоять. Попробуй, ПС.
Ловушка, готовимся. Набегаем, ловушка. Пульдринг по Вадикону Сальву. Так, ловушка, пробегаем. Чё, чему не диспелим? Пидоры, блять. Уёбки, нахуй. Ну почему так-то, нахуй? Вы дауны совсем? Вадикон реса мифика. Блять, тут трапа, встанешь в трапу. Ну, блять. Они исчезают? Да. Жди. Побегаем. Пробегаем на танке, ловушка на втором. Шаркар. Ловушка с чумой, секунда. Смотрим, пробегаем. ПС чума. Ой, бля. Куда там наперед убежал? Иди сюда. Наперед не положил ловушку. Рарник или кто это, блядь, с шемом стоит? Не насрите нам ловушку. Кстати. Так, ну, развисай как-нибудь, пробую. Только, блядь, наперед не убегай. Ты, ну, это интернет у меня. Как-нибудь пытаемся. Чума. Секунда. Пробегаем. Ебать. До заражения, никто не хилит. Нет, прыгайте вниз. Меня Шаркари убал. Это Шаркари Вилаша, хуёво повернул. Ну, блять, косяка 2. Вилаша повернул Шаркаря в этот конус ударной волны 120 градусов. Поворачивай давай, от рейда. Лесом. Поворачивай от рейда его. И, ну, смотри в тайминге в этой хуйне. Ударной волны. Как он дал волну, тогда уже проводишь. Этот... Диспельщики, блять. Кто ответственный будет за диспел? Ну, сейчас никто не, ну, не назначался, но вы в пятером можете ГП за такую хуйню словить. Чё, сука, 5 человек не хватило ума с диспелить, блять, с мифика нахуй, или что, или нахуй надо, да? Пускай сдохнет. Ну это же наш дамаг, блять. У кого получше, ну, не лагает, мне не лагает, пожалуйста, диспельте. Бидон, призом, кто с вас, блядь, сможет? Да здесь у всех лагает, если честно. Ну так, блядь, кто-то должен, нахуй, или что делать будем? Разойдемся, блядь, или что? Бидон говорит, давай я. Все, бидон. Надо брать ответственность, нахуй, ну лагает, ну, блядь, все равно надо пытаться траить, хули, блядь, нам что теперь, разойтись, блядь? Давайте, блядь, это самое, не проеби чуму людей. Выбежал, не выбежал, тебя не должно касаться. Ты должен сдиспелить. Чтоб секунда остается, должен сдиспелить. Чтоб человека не убило, потому что на 100% убивает. С шаркарями поосторожнее, Вилаша. И это. Я не знаю, блять, под берсу они там должны, по сути, хуярить, пизда, как. У них еще есть берса, когда они это. Самый момент хуевый, имею в виду, когда вот у него после 20% берса вешается. И вторая берса еще, которая иступление называется. Вот иступление оно снимается, но ханта нету, рога бегать не будет. На этот момент, я не знаю, не стану, у нас нихуя нету. Вот, имею в виду на этот момент захват рун, там готовь прожимку и смотрите танка. Какой-то шаман, чтобы смотрел. Какой шаман смотрит за Вилашей? Щит земли. Кто самый сильный у вас щит земли? Чей щит земли на Вилаше? Ну, у кого-то 4. Ну, у кого, шаманы? У кого? Ну, ёбаный, ну как хз, блядь? Призан твой будет на Вилаше. Бидон... А вот 4, у того лучше. У меня тоже-то 10 ехало. Все, бидон на Войде держишь. Призан на Вилаше держишь. Этот самый щит. Смотри, чтобы это... И смотри конкретно за ним призан. Не за мной, а за ним смотри. То есть его, если что, волной начинай хилить. Ставьте шкаф. Ну, сейчас, минуту я перекину, чтобы замедлять. Давайте по валькам еще, значит, валик. Если вдруг хватает тех, кто не улетает, да, всех хилов там, блядь. По станам, значит, все кружки станет рарник. Все ромбики холидринг.
Вот, и все треугольники будут топа станить. Если хватает рарника или хулидринка, есть шектор подстраховочный. Ну там, смотри, как уже по скиллу получится у тебя. Ну плюс у бигдема там, не знаю, ну хотя бы перехват там дай. Уже какая-то будет помощь. Вот. Ну, в принципе, а что там? Кота нету, блин. А, у меня стан есть, нахуй. Короче, смотри, отмена этот самый. Значит, первую и третью, то есть нечетные волны, рарник, станешь этот, нахуй, кружок. Ой, блядь, не кружок, ромбик. Вторую... Войт, я тебя перебью. Мы с рарником вообще можем по КД сдавать масс-таунт на них. Не надо массовый стан давать. Надо давать первым стан, который 6 секунд длится. И только в конце давать гнев небес. Гнев небес не тыкать я никогда вперед. Этот самый. Значит, кружки все я станю, так как меня не уносит никогда Валька. Рарник, ромбики, первый и третий. Хулидринг, ромбики, второй и четвертой волны. Понял, да? Четный. Значит, топа, треугольник, первая и третья. А шектор... Треугольник, вторая и четвертая. Поняли? Ну, смекнули, в чем смысл? У вас откатывается стан. Шектор 6-секундный, топы по почкам набиваешь и бьешь. Если надо, продлеваешь, ванишь там и подлый трюк там, или как там эта хуйня. Где там Биг Дэм? Релогается или где? Релогается, наверное. Я пойду тоже, но на тот чайник закипел. Надо эту чепуху сегодня убить, нахуй. Вот у нас 2 часа есть, нахуй. Потерял связь. Так, еще раз напоминаю, маги стоят на краю, чтобы схватила быстрее Валька. Этот блинк только не проебите. Блинк из Вальки на платформу делайте, не проебите эту хуйню. Локи тоже самое. Нам ДПС надо в лича выиграть, тогда мы очень легко все уберем, закроем. Рарник вылетел. Ну заходи. Он на месте бежит. Рарник, у тебя совсем хуёво там? У кого хуёво совсем там с интернетом? Всё, на месте. Рарник, ты заходишь там, нет? Maybe он вообще вылетел. Чё вылетел? Да он в Диссе, вон он. Рарник, ты тут, нет? Так, блядь, когда бой начинается, там пизда, блядь. Короче, Рарник, ты тут еще раз? Вот теперь вылетел он с Диса. Давай я его кикну пока. Так, кто там замена? Давай злобного возьмем, РДД получше будет. Блять, да он в каком-то ЦЛК ебаном. Какие дела, блять? Дел пиздец. Какие могут быть дела в ЦЛК, блять, когда мы в ЦЛК? Геджин, чё у тебя? Это пиздец. Пару, ну, типа, до конца это я точно плохо буду с интернетом. У меня он иногда вылетает. Ну такие, я типа, опа, плюсики на замену. Туф, полетели. Так, засумоним злобного. Бидон, ты здесь? Иди сюда, за черепу. Тут рарник, он вылетел там, нет, я что-то не заметил. А, вот да, чё. Выкинул. Че, даем, дал рыбу, жрем. Злобный, это, не проебись, смотри, блядь, по тактике там, не проеблань. Ты в Диссе злобный? Давай по ССам, значит, мифик. Дай на Войда по КД, притон давай на Синтека по КД. Я на Синтека дал. Я на Рейвиста дал.
Хорошо, пускай так и будет. А у Синтека есть, еще СС. Хорошо. 9 минут еще. Принимайте готовность, надо травить, а не дрочить, стоять. Топа тут. Все готовы, запустил. Не за что. Бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить. Самое внимание, ребята, на осквернение. Второе и пятое волна, Валик. Это осквернение одновременно с вальками. Это самое внимательное, блять, имейте это в виду. Обращайте внимание на человека с черепком над головой. Осквернение на мне он пишет. Вот не проебитесь. Чтоб лужа нас не убивала, когда он. И все. Валик приоритет ДПС. Будут те, которые не будем бить, я буду говорить, какие кружок, какие метки не будем бить. Ого! Ого, блядь. А чё это за хуйня? Прыгаем вниз. Там что-то сильно ударило. Я не знаю, что это нахуй. Топа напулил на Вадикона, да все понятно. Я тут думал. Скажи, что влетело. Ладно, я ж тебя выбирал, это сорян. Может, ГП. Это... это была подстава. Это была не подстава, я смотрю на вы, блядь, и Вадикон будет. Ну, просто мы камни проебали, нахуй надо нам камни, мы же нормально. Напиши просто никнейм Макрос. Макрос. Никнейм Макрос, там другую хрень. Типа, а так на каждого можете... танка постоянно переписывать тоже. Ну а как еще? А чтоб не мискликать просто. Да я не мискликнул, я фокус кинул на Вадикона. Ну ладно, бывает. Это был заговор, блядь, с целью накрутки ДПС, блядь. Нет, это был заговор, чтобы ему токен отдать, если упадет. Ну чё, он выше тебя стал? Да. На ГП на мое надеялся, да? Ну это еще не вечер, блядь. А где вы там, Кальдринг? Вадикон, бегите сюда. Рыба стоит. Так. Запускаю там, пока жрите. Сразу бафы и всю хуйню, все тут. Лич уже спускается. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь. И там, пока он до меня бежит, прям въебывай ему в жопу так, что прям пиздец, огро было, заебись. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. А то у меня ЛПшек нету сдалека, как ДКшник. Пробегаем, ловушка. Пробегаем.
себе дом умер. Сука. Мне очко горит с вас, ребята, нахуй. Просто, блять, я не знаю, нахуй. На солнце холоднее, нахуй, чем в моем очке. Завтра встаньте. Че, все, чему проебете? Ну. А. Прыгайте вниз. Вы пизда нахуй. Ну. Ебанутые нахуй. Сука. Прыгайте, блять. Что с пула дрочите опять с диспелом? Блять, или что там было нахуй? Бидон, давай посмотрим. Король лич. Мертвящая чума. Нахуй надо себя диспелить, да? Похуй. Хэла. Король лич, заражение, мертвящая чума тоже. Нахуй надо хэлла диспелить, да? И второй раз мертвящая чума, нахуй. Пизда, блядь. Как вы заебали, нахуй. Так. Давай что-то думать. Кто подиспелит чуму? Нормально. Чтобы люди не умирали от чумы. Они не должны умирать от чумы. Ну, Бидон сейчас только что подиспелил, так? Призан, теперь ты будешь диспелить. На тебя вся надежда. Если у тебя не получится, придется всем хилам по 300 нахуярить. И диспелить уже, ну, повезет, не повезет. То есть, диспелят 5 хилов, соизволят или нет. И будем хуярить так по КД, нахуй. Ну хули, они там все лагают, нахуй. Давай теперь ты попробуешь. Хорошо, Призан? Призан, он глаза квадратные. Давай, самая главная задача это чума. Ну, хилиши Вилашу и чума. Это так не пойдет, нахуй, это полная параша. Меня это вообще бесит, нахуй. Ну. У тебя призен какой аддон? Вуду стоит? Там должно быть видно чуму. Нет? А ты чуму видишь? Таймер там. Ну, надеюсь. Там, надеюсь, нормально будет. Иду запускать. Ловушки наперед не ставьте. Сильно не торопись и Вилаша проводить. Чтобы это... Вставалки проебали бидон хэлла, да? Проебали.
Пытайтесь в плащике у лича стоять. Ловушка, 2 секунды, готовимся. Пробегаем. Ловушка с чумой одновременно сейчас будет. Пробегаем. Притон чума. Только ловушку не заденьте, возле лича стойте поближе. Ловушка секунда. Пробегаем. Убегаем на Сильвер Чума. Без ПВО. Да ебаный ты мудак, заебал. Ловушка секунда. Убегаем. Далеко. Ловушка с чумой, вместе. Убегаем. Некромантика чума. 5%. Это вурдалаков забирай, если шаркарь умирает быстро. Притормози немножко этот. Пробегаем. Вон еще шаркарь. И вурдалаков поднабери там, по КД таунс как позволяют. Давай, забирай шаркаря. Быстрее, 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 убьет сейчас кого-то. Бля, еще волну на нас не дай. Пробегаем. Водикон. Водикон выноси и 0.5%. Все. Сейчас он уйдет, сейчас он уйдет. Все. То веди на край, веди на край. К нему только не подходите. На край заходи, Вилаша. Отдал. Так, готовимся. Так, диспел с ним, чумок. Все, отлично. Второй твой, третий. Ладно, второй мой, третий твой. Еще одного заберу. Давайте собираемся нахуй. Тут собрались, блин, нихуя сложного нету. Лучами из рейда. Третьего уже полностью огромно берешь. Шарики играем посмелее. Все, третьего он заберет. Так, Инрок, кому там с вас? Синтет надо тебе? Ты куда? Давай, Глаша, забирай. Сферы смотрим. Значит, на РНЖ не забывайте. Маги, Локи. Прямо у края тут остаетесь. Главное, чтобы до лича доставали. Ну под ебалом не бегаем, ебаный в рот, нахуй. Рави, стрессай его, после заражения встанешь. Invisible. В эту сторону, вот откуда пришли. В спину лича сейчас вставайте. Вот где локовский портал, туда вальки полетят. Invisible захил. Каску лапу пристабав. Значит, хватает. Сейчас скажу кого. Владикон в круге. Куда встану? Все, не трогай трусы. Вот эти две только бьем. Только две эти бьем. Быстрее разбьем. Полидринк в ромбике. Эти две мы разобьем. Не беспокойтесь. Осквернение три. Осквернение вышли. Осквернение вышли из подвалик. Вышли, вышли. На, это, на центр, на центральный портал, откуда мы пришли, пойдем. Следующее будет самое сложное. Осквернение одновременно с вальками. Маги на РНЖ, Локи на РНЖ. Кто там, Эридары на РНЖ. Их бить не один будет. Лак. Порт уберись, осквернение. Готовьтесь, осквернение.
2 секунды и милики выходим. Милики выходим с центра, милики выходим с центра. Ушли, ушли. Оскорнение смотрим внимательно на ком. Так, жнец, прохиливайте. Оскорнение на не люблю. Кружок застаню сейчас. Да ебаная! Кружок сейчас застаню. А, у меня КД еще. Ром полетает. Добиваем кружок. Так, Вадикон Реса не люблю. Быстрее, быстрее, хилим. Нормально все захиленное. А, осквернение, вышли, вышли с центра. Вышли, 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 вышли. Потом вернемся к лечу. Гимн на ХП, этот, Шалфир. К лечу, идем за спину. Ну не люблю, вы Ресали, нет, Вадикон. Так а где он? Ладно, хуй на него, без него тогда играем. Сука, не люблю, где ты нахуй? Почему он перед тебя рез... нами. Все, пизду. Нами. Ну, ресай, когда найдешь. Это, фул ДПС по трем валькам. Всех надо разбить. Фул ДПС, быстрее по валькам. Оскорнение 2 секунды, из-под валика выходим, милики. Быстрее дамажим. Вышли из-под валика. Вышли из-под валика. Ресай. Да сука, ну захильте заражение, блядь. Ёбаный в рот. Блядь, вы чё? Вы что, дрочите там или что нахуй? Синтек, ты резнул, нет? Песа гим на ХП. Ресую биг дема. У кого этот. У кого еще БР? Злобный рес и хулидринка. Быстрее, залеча встали. Фул баф по ним, каску пристава. Быстрее всю эту хуйню. Гим на ману, читай собаку, вызывай, блять. Не люблю нахуй. Быстрее ману себе резу, все рез. Кружок за. Осквернение. Осквернение вышли. Треугольник не бить. Кружок разбить и ромб. Осквернение вышли. Кружок и ромб разбить, быстрее. Вы не хилите совсем. А ебать, это пиздец. Это что это за залупа, блядь? Заражение. Да. Просто... Короче, идите в жопу, сука. Сейчас будете все пить сапроты, нахуй. Бичи, сука, с ДПС фласками, нахуй. Нахуй я вам их давал, блядь. Что это за залупа? Под сапротом не прохиливают. Да какой под сапротом? Там все под ДД, блядь. Ну не все. Блять, пизду нахуй. Ну 5 хилов под сапротами, и что, блять? А прохиливать-то 25 человек надо, блять, а не 5. Ну, посмотри, у кого сапроты из ДД, у кого ТПС фаски, пусть перепьют на сапроты. Но даже под сапротами я стою, мне не прохиливают. Я не знаю, как нахуй. Ну вот кто сейчас был в Вальке? Ну, сейчас вот я промотаю нахуй. Кто там был сейчас последний? Я не люблю был. Ну, анонсить раньше. Не люблю улетел, и он был, короче, это, за это, блять, за ареной. Поэтому его не видно было. Пизду нахуй. Ну, типа, а при чем тут сапроты, блядь? Вот смотри, заражение висит на первое. 10 секунд. То есть вешается заражение 10 секунд. Ну, его тупо не прохиливают 10 секунд. И потом, конечно, умирают люди. А оно с каждой секунды больше бить начинает. Это он сначала бьет там 2800, 3200, 3700, короче... 4300, 5. И потом десятку, две десятки, и все нахуй, пиздец, блядь. Короче, я еще раз объясню. Плюс то, что не люблю щиты лежал. И что? А остальные хилы что, не хилят совсем? Ну, это два хила из шести. Ну, два хила из шести в вальках, блядь. И что это, пиздец, падать надо или что, блядь? Сапроты для того, чтобы меньше это заражение било, блядь. Да, ну, будет оно бить меньше там, блядь. Ну, чуть-чуть. Если короче, нахуй, висит. Ну... А, просто иногда разбегаются в разные стороны, блядь, РДДшники, нахуй, их вообще прям хилить нельзя. И в этом момент, и, как бы, хилов с той стороны нету, нахуй, вот они и падают, блядь. А сами себя, блядь, совы похилить не могут. Или им из формы надо выходить. Ну да, из формы надо выходить. Ну, вышел, да, похилился. Сами себя хилить, нахуй, у вас 6 хилов, ебаный в рот, блядь. Да они должны, да понятно, так они убегают пусть тогда, блядь, от хилов, нахуй. Ладно, ДД остаются или сапроты пьем? Мне вообще похуй, нахуй. Хотите вайпаться, вайпайтесь, нахуй. Надо делать и все, нахуй. И сапрот, блядь, чтобы был, и этот. И хилы, чтобы рядом с теми, кто на вальках летит, был, нахуй. И чтобы не... Ну, сука, вас шестеро хилов, нахуй. Ну, это то, что осталось от Синдри. Так, Тролл Д, ты... Слышишь, Тролл Д?
Я кину другому кастеру, ты вартай. Сапроты все берите, хилам легче будет хилить вас. Вот у Шалфира тоже сапроты. У Шалфира, да. У черепка. У Шалфира, да. Хилы нахуй, ну, это. Смотрите, где люди находятся, нахуй. Вставайте не в одной точке, не как бичи там, а слева, справа, там, блядь. Находитесь, блядь, с разных сторон, вас 6, нахуй. Нет, ты мне кидай, я файр, ебаный в рот. Совы тоже. Равист, злобный, okay. Вадикон. Начинайте подхиливать тоже людей по правительствам хотя бы. Видите, хилы, ну, не могут, нахуй. Если их два хватает, они хуй что захилят, нахуй. Поднять надо рейд на 90% хп захилить. Саппорты у Шалфира берем. Все, запускаю. Блять, начнется нормальный трейд. Надо, нет, нахуй, сдохнуть, не захилить. Какую-то залупу сделать, ебаный в рот. Ну почему так-то? По тебе, дай себя скидать. Да. Вон у нас что, Холидринг и Шектор только. Ну, две мастер-ауры. Не знаю, это через раз. Что через раз? Ну, успевает откатываться на перефазу. Да, там еще фиолетовый на нем. Я поздаю. Если видишь, там Шектор схватило, там два шамана, или не люблю шамана, или синтека. Мастер-аур дай, именно на каст этой. Ой, блять, массакру на этот, как он, сука? Я понял, понял. На заражение каст. Ловушка, секунда. Побегаем. Ловушка, пробегаем. Мифик, чума. Вы не стойте так рядом с ловушкой, нахуй. Ну, это пиздец опасно, вы стоите. Смотрите внимательно, куда она прилетает. Секунду, ловушка. Пробегаем. Вот видите, где на человеке появилась табличка, эта ловушка на мне. Значит, отбегаем оттуда. Диконя, чума. На топе чума пробегаем. Таркай. Ловушка, секунда, пробегаем. Так, скоро чума будет, готовимся. World Flex. Поближе к лечу станьте, сейчас ловушка будет. 2 секунды. Пробегаем. Секунду, ловушка, пробегаем. Некромантик. Ловушка, секунда. Пробегаем. Навелаша чума, ловушка. Арка. Так, еще мелких забирай там. Пробегаем. 1%, готовимся. Еще чума будет. На Вилаше. Снова не спал. Наебанный заебал. Все, он сейчас переведется. Все. Найди на край Вилаше.
Если так, я сосвешиваю. Так, второго забил. Вообще из рейда. Так, дал удар по бидону. Че, третьего заберешь? Помогайте, совы, у вас три совы, помогайте подхиливать. Дубовую там не стремайтесь отдать, просто на этот, на заражение. Сферу. На сферу сейчас повернитесь, еще сфера летит с центра. Убейте. Сферу сейчас, переходка кончится. Сферу все убейте, одну вот эту быстрее. Блять, ну быстрее. Так. Духа добили, лича бьем. От спины к краю полетите. Вальки готовимся. Так. Кружок дал стан. ДПС. Эти две, только эту одну бьем. Маги блинками возвращаемся. Камеру дергаем право-лево и блинк на платформу смотрим. Осквернение 3 секунды. Вышли из центра. Ушли из центра. Ну да, к хули. Второй маг вернулся. Этот Вадикон ресы будет стиллера. Ну значит не блинкуйся больше. Надо запомнить нахуй. Фул баф по нему, каску баф, приста баф, заражение захилить. Фул быстрее заражение поднять, весь рейд помогли. Вальки сейчас будут. Вместе с лужей. Внимание. Милики вышли с центра. Ушли с центра. Только недалеко к краю вставайте. Чтобы и осквернение это самое. Войда захиливаем. Так, осквернение, ну, блять. Хава схватили. Бьем эти вальки. Хила. Так, ПС дай на ХП. Ну бьем, ромбик, нахуй. Где дамаг? Сука, стан еще по ромбику. Сейчас я дам. Так, дал стан. Бьем быстрее две вот эти. За инвизибл захилить. Ну, кружок, нахуй. Ну где свич-то ваш? Вот. Значит, сначала осквернение, 3 секунды. Синтек, сука. Его резать будет. Да сука, ну бомж ты ебучий. Блять, пизда, нахуй. Вышли со осквернения. В центр идем к личу. Быстрее этот. Захиливаем рейд, нахуй. Этот. Злобный ресай синтека. Сука, не встань заражение, блять. Быстрее синтека ресы, он тут лежит. Захилить. Инера, блять. Дамажим. Какую не бьем, только этот не бьем. Ромбик устан. Быстрее сюда всосались. Ну, ромбик, быстрее весь рейд переключитесь. Дамажьте, сука. Заражение захильте. Захильте заражение. Некромантику захильте. Некромантику захильте. Подбегите к нему и захильте. Искренение. Вышли оттуда, вышли. Идем к плечу. Вышли служи. Вышли служи быстрее, блядь. Захилим заражение. Ярим. Так. Тотемы все на ману там ставьте, какие запасные. Гимны давайте, блядь. Ну вы сухие, блядь. Бидон сухой, ебаный в рот. Даю иннер бидону. Смотрим внимательно. Вальки хватают. И осквернение 2 секунды. Вот вальки схватили. Осквернение вышли. Вышли из подвалик. Быстрее съебались оттуда. Быстрее. Ромбик не бейте. Попробуй блинком. Так, ромбик не бьем. Где осквернение? Не вижу. Под ромбик. Под вальки. Бьем валик аккуратно. Только не встаньте в эту лужу. Валик бьем. Блядь, а как я блинкну сюда? Здесь? Ну как-нибудь нахуй блинкуйся, похую как, просто блинкуйся и все. Потом символ будете ставить на плюс 5, блядь. Полечу больше. Захиливаем заражение быстрее. Быстрее поднимаемся. Я получилось, ромбик вышел. Хорошо, молодец. Иди к лечу, бей. Осквернение 3 секунды. Вместе с вальками, это, кстати, пятая волна. Встаем. На полукруг. Милики вышли с центра. С центра вышли. На войде этот самый захильте. Вот осквернение отлично. К лечу быстрее бегите, пока вальки не схватили. Быстрее к лечу, быстрее. Все, и валик сейчас бьем. Так. Все разбить надо. Даю кружку, ромбику стан дал. Остальным стан даем, распределяем. Фулл ауе даем. Фулл ауе. Так, осквернение 5 секунд, готовимся выбежать. Центр не налить, в центр. На глыбу наливайте, вот сюда осквернение куда-нибудь, по краям. Заражение захилить, не люблю на хп, дай быстро. Это осквернение вышло.
К ключу возвращаемся, Последняя волна валик бьем. Воскрешение не встать. Последняя волна валик бьем. Будем бить валик. Прием, как слышно, бить будем. Если только кто вернется, то хорошо. 3%. Все равно будем бить. Пизду. 2%. Бьем вот эти в центре вальки. Биг дэмэдж, ПСА. Кто там нахуй? Бьем их. ПСА там Иридаром вернешься. Скорнение, секунда, вышли из-под валика. Из-под лича вышли. Быстрее, вышли. Теперь добиваем ромбик. ПСА вернулся. Бляем, братан. Да. Молодец. Теперь на... быстро захилить. Эй, проебали. Быстрее остальных поднять. Ну кличу, быстрее ближе подойдите. Бомжи, сука, вас хуй захилят. Притон, ты где, блядь? Притон, сюда иди. На край идем. Массейв. Массейв, приготовились. Все, нихуя сложного. Третья фаза, блядь, в комнате, только не проебланьте. Первый, третий мой, второй, четвертый твой. На фул поднимаем рейд. С лучами выходим, шары бьем в два раза сильнее. Давайте, собрать сейву, потом реснем, нахуй. Давай, играем. Так, второй Вилаша. Забираем. По духу сильнее. Это ману резаем быстрее. Все гимны, все отдавайте. Синтек сухой, какого хуя? Синтек ближе подойди, блядь. Тебе и нардам заебал. Где ты там далеко так? Пизда, синтек нахуй. Фулбафы проверяем. Да. Каску, лапу, приступа, все это проверяем быстрее. Ману восстанавливаем в комнате, сейчас нужно захиливать, пиздец. Все, этого третьего духа добили. На краю стоим, ждем лича. Сферы, все по сферам свичнулись. Магия, фул АУЕ туда дали быстрее. Не бежать на них. Быстрее разбейте. Ну, блядь, быстрее, ебаный в рот. Сука, аж долетают до нас. Все, сейчас комната будет, готовимся. Ставлю на себя эту звездочку. Ищем медведя и идем за медведем. Бьем духов сверху летающих. Вот он, я бегу, идем. За медведем. Быстрее, блядь, как показывал на обучении, блядь. Направо пойдем. За хил. Направо идем. Быстрее рейд на фул хп поднимите, блядь. В стеночку бежим за угол и пробегаем быстрее звезду сюда. Вот сюда в угол встаем. Быстрее, блядь. Здесь бомба хлопнет, потом выйдем. Теперь идем. Сейчас бомба спереди еще хлопнет. Стойте, в медведе стоим. Сейчас хлопнет. Пройдем немножко. Блять, бомба дохуя, сука. Ладно, в пизду падаем. Это я долбоёб, блять. О, а чё он такой большой? Ну, потому что в комнате там за каждого человека прибавляется процент размера у него. А срез? Жрите, рыба стоит. Дайте суммон много троды. У кого там не получалось блинковаться? Символ берите на этот, на плюс 5 метров. Там не в символ летел. В чем? Работает 50 на 50. Как это 50? Вот у меня первый раз я улетел в текстуру, второй нет. Ну а как ты улетел? Я не знаю. Там камеру вертит, хотя я мышкой крутил камеру. Мышкой нажимаешь правую кнопку, там... смотришь на центр, на центр решать. Платформы, право-лево двигаешь короткими движениями. Когда тебя отпускает, у тебя персонаж поворачивается в воздухе, и в этот момент нажимаешь блинк. Магия, не гоните кто-нибудь Fire Spec? Тебе нужен скорч или ТПВ? Да без разницы, что я сейчас сделал фаеру. Пусть фрайт линканут. Не обязательно телепортироваться куда-то. Тем линканут, ты можешь принять. Нет, в зоне отдыха только обучается. Я
Тролл Д, ты где? Вот рыба стоит. Вот я тебе линкую, но у меня гибрид